знак не снимай. Какой домик интересный. И смотри. Да, ухаживают за ворота. Шикарный дом. Весь резной. А там царство. Город Мышкин. Мышкин город, красивый город Мышкин. Магазин на магазине, Магнит, Пятерочка. Через 300 метров поверните на улицу Успенская. Молодежь ходит, люди живут своей жизнью. Почта есть, пожалуйста, тут надо здесь посмотреть, Борис, выбери на билет на ногу. Окна, двери, потолки. Вот, тоже так же. Я думаю, цены будут одинаковые. Ремонт обуви. Я думаю, цены будут такие же. А вон, смотри, верхушка какая-то. Чего ты прижался? Машина объезжает, пускай. Как медленно идет. Многоэтажка какая-то. Трехэтажка, но больше. Кого-то есть окна пластиковые, как нет. Храм какой-то красивый. Там что-то направо. Вот Волга тоже прям. Тоже не можешь на набережная какая есть. А они сказали, переправа есть в Мышкине. Где-то за нами есть одна. Да-да-да, и женщины говорили, что есть. Сейчас в центр едем, там посмотрим. Вот дом хороший, тут большой. Я уже его не увижу. Там и оттуда, вон там есть. Оттуда посмотрим сейчас. Проедем. Через 200 метров поверните налево, а затем поверните направо. Картинная галерея. Картинная галерея здесь. Смотри, гостиница. Гостиница, ресторан. Ресторан. Ярославский бройлер, сеть магазинов. Мясо, мясо здесь. Курица. Кошкин дом, гостиница. Да. Угу, так называется. Домик какой старенький. Да, старый раритетная гараж. Машина, глядь. Да, да. Написано старый гараж, смотри, раритетные все здесь. А, это музей. Да. Музей старый гараж. Ух ты. Победы. Да, 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 да. Смотри, какие. Вот это самосвал. Да. Ага. Гагарин, стенокосилка. Вот это такая штука собирать стены, которые ехал мужик. Музей. Это частный музей кто-то сам открыл, сделал. Хорошо. Машину понасобирал. Росохота, рыболов, союз. Тут сюда вот можно здесь оружие себе зарегистрировать, купить. Мышкинское отделение. Домик тоже старенький. Паромная переправа туда. Вот, видишь? Как туда? Да. Вот так налево туда, уже, да, или прямо? Видишь? Поверните налево. 650 метров. Метров. Поверните направо. Наверное, туда все-таки. И там будет паромная переправа. Он еще церковь. Вон еще какой-то. Да. Вниз. Смотри, спуск. Да. Какой. А вот там что-то бар идет, глянь. Башня какой-то. Да, на бугре храма. Я так думаю, что здесь набережная будет сейчас. Да, смотри, как храм. Памятный крест здесь. А вот какой, какой. Ух ты. Ты была в Ушкин, ты еще не видела, ты помнишь? А я думаю, что я давно была, я уж не помню. Это что, вокзал, что ли? Поверните направо, да. А затем палаты поверните какие-то. Налево. О, как красиво. Мне туда вот, вот так и должно повернуть. Это как площадь такая. А тут как скинешь, не так вот можно было я. Здесь односторонний, вот так вот надо отъехать. Вот смотрите, наличники, ой, глянь, вот слева. Вот. Сейчас увижу, сейчас подъедем, увижу. Вот туда. Вот тут, глянь, води. Какой-то Аленушка какой. Медленно снимай, не води быстро. Камеру быстро, уже долго сними. Мы сейчас тут поедем.
какой дом. Вот это наличники. Вот Волга. Потом туда проедем. Машины вылазить не будем. Тут площадь обиден. Нет, наверное, здесь набережная. Вот там может быть. Вот небольшая какая-то, где двор. Гостиница «Благодать». До конца маршрута 300 метров. Гостиница «Благодать». Волга. Вот там, наверное, пристань. Вот туда, туда, да-да-да. Там переправа. Мужики рыбали тоже. Вообще. Уже можно на рыбалку ходить. Поехал быстро, порыбарил. Отсюда смотри, как красиво будет с воды. Вот это зря. Такой гонорам, брат. Ларец с подарком. А там церковь какая-то вон. Потом туда проедем, повернем направо. Объедем. Магазины, лука дорого. Лен. Вот мышкинский валенок. Валенки продают. Конечно, работает. Хоть давай зайдем. Давай. Так, продолжение следует. Вот Лен.